Так, ну что, продолжаем. 3, 4, 5 глава осталась. Как оказывается, не так много уровней. Взял я себе чайоку. Буду продолжать. Так, что у нас тут? Где мы? Темновато. Так, наверх, а туда нельзя, да? Угу. Так, направо или налево? Вот в чем вопрос. Наверное, нет, не сюда. Так, а может надо запрыгнуть, не? Опа! Нет, нельзя. Хотя надо прыгать. Только надо, наверное, за крюк, а не за труп. И я так понимаю, надо запрыгивать вот отсюда. Опа! Можно раскачиваться даже, да? Ну, чуть-чуть. Так, куда же-то мы попадаем? Третья глава называется кухня. Кухня. Чаек хороший. Взбодрюсь. Так, мы опять голодные, снова. Вот каждую главу мы голодные. И мы сейчас на кухню попадем, скорее всего. Нажремся там. О, Ролтонов. А вот, кстати, крыса. А если есть крыса, значит есть еда. Мышеловка, я вижу, есть. Так, ну что, придется съесть крысу на самом деле на этот раз. Я знаю. Эта игра не для детей, 18+. Так, нам еще хуже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кажется, мы съедим эту крысу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Да. Я, кстати, предвидел это в самом начале игры. Я до конца не верил в это, но вот видите. И сразу музыка такая заиграла, типа, все хорошо. Так, куда-то прыгать-то? Сюда? Оп! Так, а дальше не пролезть. А чё так? Неужели двигать надо что-то? Или вот эту штуку надо пододвинуть? Ага! Оп! Та-та-та-та-та-та-та. Оп! Так, это кровь. Так, походу, это кухня. Нет, это еще не кухня. Так. О, можно двигать. Так, я так понимаю, нам надо двигать. Раз можно, значит, это так по-любому надо. А, да, чтобы туда запрыгнуть. А эта дверь открывается? Дай-ка я проверю пока. Не, она закрыта. Не-не-не-не-не-не-не. Назад. Вот сюда. Оп. Оп. Так, что здесь? Лучок. Свекла, я вижу, вон морковочка. Здоровые, правильные продукты. Так, можно здесь пролазить. Рыбка тут. Вкуснятина. А можно пролезть или нет, я просто не знаю. Мяско режет. Это хорошо. Так, тут можно прятаться, да? Ну, ждем, наверное. Или куда-то залезть надо. Чуть не знаю. Рисковать, не рисковать, чуваки, как вы думаете? Умирать, не умирать? Он, по-моему, там за сосисочками пошел, если это он. Ой, ой! А звук услышал, не? Упс. А, так вот тот чувак мне помогает, да? Который, видите, он показывает мне. Чувак, давай сюда. Тут прикольно сделали они, конечно. А теперь куда? Сюда?
Так, нужен ключ. Где взять ключ, чуваки? Где ключ? Где ключ? Я ключа не видел, я невнимательно смотрел на самом деле. Может, где-то и был он. Где же ключ? Попробую залезть наверх, если можно. Давай, давай, не прыгай только. Залазь, залазь, залазь. Походу, сюда и не надо, да? Ой, ну что такое, ну? R2 отпускаешь, он сразу прыгает обратно. Ну что это? Неудобное управление. Так, ну что, прыгать, не прыгать? О, хорошо, аккуратненько, давай, давай, давай. Так, так, нам налево или прямо? Я не знаю, куда там. Давайте сюда вначале. А можно вот так вот бегать? Так, что там? Что-то лежит? Так. А меня не увидишь же, когда я вот так вот делаю? Тут еда, походу, да? Я не понял, на меня увидели уже? Что за фигня? Чувак, меня здесь нет, отвали. Опс. А где ключ-то взять? Мы как бы сюда зашли, а ключ-то где? Мне кажется, что это девочка, а не мальчик, если честно. Так, наверх, что ли? Погнали наверх. Рыбка тут у нас тухленькая уже. О! Ненавижу управление. Он даже на рыбу, или она на рыбу залазит. Так, туда, что ли, в эту дырку? Чё? Сюда? А что там? Толчок? Двойной какой-то толчок. Странный какой-то. Для двух жоп? У него, наверное, две жопы, что ли? Сразу и туда, и сюда, и сливать надо одновременно, и там, и там. Так, что это у нас тут? Я не знаю, что я делаю. Свечку-то можно запалить? Я эту свечку уже не раз видел, кстати, в игре. Я пропустил много из них. Это для достижения. Так, туалетная бумага нам не нужна. Погнали сюда. То есть мы прошли кухню? Так, чувак нам подсказывает, там, походу, сюда, да? А куда он делся? Дверь открыть надо. Тут кто-то спит? Да, тут реально кто-то спит. И где-то здесь ключ. Ага, вот он. Хм. Запрыгнем. А как его снять? Опа. Давай. 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 Ой, ой, ой. Оп, оп. Прячемся. Опа. Так, ключ упал. Ну, это нормально. Как бы. Все, валяй отсюда. Где работать? Так, а дальше что, наверх, что ли? Тут есть еще шкаф какой-то, честно говоря. Но я туда с ключом-то не попаду никак. Мне кажется, вот так надо нести ключ. Правда, я сейчас не знаю, где там чувак этот. Чаек. Фоточки неплохие. Так, тут какой-то рычаг, а что он дает-то? Я его в прошлый раз что-то не нажал, да? Может нажать? Я, наверное, рискую, да? Или нет? Я просто не знаю, куда вообще проход. А, это лифт. Лифт вниз. Угу. Подсказка налево идти надо. Что это? Алло, алло, возьми. И что дальше? Спрятаться?
Я тут хорошо чаёк взял, как раз такая миссия. А за как бы долго все проходить. Это ж маска, кстати, на голове. Я увидел, там голова снизу. Настоящая. Это чисто маска какая-то. Так, где он? Угу. Что-то тут вообще нифига не видно. Donation alert не сработал, сейчас проверю. Вручную прочитаю, если ты что-то донатил. Должен был сработать, не знаю, что не сработало. Я ничего, настройки не менял, как были, так и остались. Так, ладно, мы пройдем? Нет, блин, не пройдем мы. Так ты ж ничего и не донатил, поэтому и не было. Или ты через рестрим донатил? Ой, не рестрим, а как он называется? Steam Labs? Stream Labs. Сейчас проверим. А, все равно тут делать нечего, мы ждем, пока он пройдет. Ну что, увидел меня? Да ладно. Вали отсюда. Стоять здесь или идти, я вот не знаю. А, давайте пойдем. Рискнем. Давай. Оп. Оп. Все. Пошли. Ничего сложного не было. Может, дверь закрыть, я не знаю. Что тут дальше? Карабкаться? К сосисочку какую-то подобрали. Бутербродики какие-то здесь или... А, нет, это мясо, походу. Так, сейчас проверю, а то непонятно. А, просто не переходит на сайт. Я не знаю, что не переходит на сайт, на самом деле. Это у них, наверное, ошибки, проблемы. Тогда окей. А то я начал искать, думал, ну что-то случилось, ты как бы потратил деньги, не появилось ничего, так, окей. Так, что тут грязновато, да? Нам, походу, наверх. Это мне кажется, ли это нога внутри? Нет, не нога. И что дальше? А, надо еще перекрутить вот тут. Оп! Сосисочка, смотрите. Сарделечка лезет. И что дальше? А, я понял, надо много-много, чтобы залезть. Все. Тогда давайте сразу накидаем много, или нет, так нельзя. Сразу много накидать. А, так там ничего нету. Так, а как мне сосиски туда закинуть тогда? Получается. Можно двигать это? Нет, нельзя. Тут можно сосиски брать, походу, да? Или нет? Ведро с сосисками можно пододвинуть? Или оно тяжеленькое? Нет. Так, что-то не понимаю я. Типа, нужно больше сосисок, но их там нету. Может, в другую сторону крутить? Окей, покрутим подольше, может. Нету нифига. Нужно куда-то сосиски закинуть. А куда их закинуть-то? А что здесь?
О, это вот мы наверх. Что тут такое? Так. Сосисочки. Где же сосисочки взять? Что-то я не понимаю, а? А, вот они сверху, да? Надо запрыгивать. Оп. Давай. Прыгай. Опа. Этого достаточно, чтобы сделать сарделек побольше, или еще надо? Как вы думаете? Только сам не упади, пожалуйста. А то нас перекрутит туда. Давай, давай. Алло. Во. Не, не падает. Я думаю, что надо больше мяса, наверное. Давайте еще запрыгнем. Или тут уже все, мяса нет больше. Я попробую еще попрыгать. Дальше там тоже что-то есть. Так, значит, прыгаем вот так. Налево, направо. Налево, направо. Оп! Так. Оп! Не, походу нельзя. Все это. Этого достаточно, я так понимаю. Тогда надо назад идти, а назад только так, наверное. Оп. Ну, тут сосисочка есть, но ее никак туда не перебросить. Ну что, открываем? Оп. О, хорошо, хорошо. Сейчас нормально будет сосисочек-то. Во-во-во-во-во, пошло дело. Подождите, две сосиски? Всего две сосиски? Это что, с такой большой фигни одна сосиска была? Ну что это за фигня, ну? Опять туда надо идти. Что-то слишком нудный уровень. Вот эта третья глава пока что нудная самая из всех, мне кажется. Ничего, надо кидать и кидать и кидать, что ли? А что тут еще кинуть-то? Вот эти мешки все. Я ж вроде не допрыгнул до него. Давайте попробуем вот это прыгать. Ну да, это тоже мясо. Но мне кажется, опять снова не будет достаточно. Давай, давай. Давай. Так, а сюда-то можно запрыгнуть? Тут вроде открыто, да? Оу, тут что-то тоже есть. Статуэтки надо разбивать, вы говорите, да? Или что? Ага, точно. Для достижения. Но это надо перепроходить все, потому что я этих статуэток уже миллион пропустил. Ой, а куда это мы прыгаем? Куда это мы прыгаем? Что-то я не понимаю. Что нам показывают вверх, если туда не попасть никак? Просто так, что ли, по приколу? Я не знаю. Чуваки, тут что-то есть вообще в этом месте? Или мы потом спрыгнем сюда, с другой стороны, с другого места? Что здесь ничего нету, на самом деле. Ладно, попробую еще мясо сверху сбросить. Оп. Оп. Так, 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 так. Оп. Прыгай ты, ё-моё. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Оп. Сейчас, может быть, мы сбросим вон ту штуку. Или нет. Просто больше раскачаюсь. Не, походу туда вообще никак. Ладно, может хватит сейчас с третьей сосиски мы запрыгнем. Здесь просто ничего больше нету, что я могу скинуть. Пойдем снова обратно назад. Приехали. Ну, три сосиски, мне кажется, недостаточно здесь. Хотя, может, я допрыгну уже. Мне просто допрыгнуть надо и все. Потом раскачаться и в ту дырку попасть. В отверстие. Кстати, может быть достаточно на самом деле сейчас. Либо еще одну искать.
Так, разбежечка. Оп! Все, достаточно. Три сосисочки. Так, нормально, нормально, давай. Оп! Отлично, пройдено. Оп! Так, оп. Так. Что здесь? Пока ничего. Что здесь? Рубильник. И ключ нужен сюда. Хорошо, запоминаю, что сюда нужен ключ. А, это лифт. Это лифт. Меня что, увидишь, что ли? Откуда я знал? Откуда я знал, что надо убежать сразу? Ну, погнали снова. Здесь будем прятаться, что ли, в этом месте? Ну да, я вижу, вон туда можно залезть, в ящик. И спрятаться. Потому что я не нажал, что ли? Залезь. Опа. Все. Не, не трогай, не трогай. Меня здесь нету. Сыр. Это реально маска, вот посмотрите. Это маска. Упс. А что за лифт такой? Только становишься, ничего не нажать не надо. И сразу едешь. Что это? Дальше. Здесь надо что-то получить, предмет какой-то откуда-то, чтобы на кнопку нажать. Или он сам нажмет. Нажимай. Ага, окей. Ну иди, иди. Все. Мы пробрались в логово. На кухню. Это та же кухня или это другая кухня? Ой. Это мозги или что это? Сердце, может быть. Я даже не знаю, влазить мне с под стола или нет. Ой. Хорошее мясо, красное такое. Свежее. Ага, и ключ здесь. Окей. Это я понял. Может быть, там рычаг нажать, чтобы лифт поехал. И он тогда туда побежит. Вот что надо было, наверное, сделать. Тут еще налево можно идти куда-то. Во, это маска. Не, реально надо рычаг нажимать. Он никуда не уйдет отсюда, я так понял. Вот там кнопочку надо нажать, отвлечь его. А что за кнопочка-то? Давай. Бери. Алло. Ла-л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 а. Оп. Опа.
Я уйду отсюда нафиг. А, тут закрыто. Да ё-моё! Сдох я. Ну ты ж меня не видишь, правильно? Да. Я просто думал, что там дверь открыта, надо спрятаться и потом ключом открывать. Потому что времени не хватало, я думал. На самом деле, на все время хватало. Так, я не понял, это какой вариант, какой момент. А, как он на кухне, да? Угу. Ну, тогда не супер сложно. Нажал кнопку, побежал. Взял ключ. В лифт зашел, потом открыл дверь, все. Давай, 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 оп, оп, бери. Все, побежали, 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 побежали. Оп, 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 оп. Пиу. Ты держи ключ-то свой. Кстати, он в лифте не поедет, пока с лифта, наверное, не выйдешь. Что дальше? Сидим здесь. Ага. А нам надо, походу, здесь наверх. Правильно? Упс, плохо прыгнул. Оп. Упс. Так, что здесь? Вантус, пантус, пантус, вантус. Что, его использовать? Нет. Что тут делать-то? Что-то я застрял. Тут где-то проход, наверное, есть. Я просто его не вижу. Ну, серьезно, что тут делать? А, наверх залазить можно на эту штуку. Окей, я теперь понял. Хорошо. Тогда, наверное, с этой стороны надо залазить, потому что там ничего нет. Там трубы. Да, здесь можно залезть. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Тут можно вылезти, да? Или мне кажется? А, нет. Здесь можно вылезти. Стоит ли вылазить? Вот в чем вопрос. Наверное, да. Наверное, вот здесь надо вылезти. Упс. Сразу скрипт срабатывает. Чё, меня увидели, что ли? Это я поспешил, конечно. Сколько мне тут сидеть теперь? А, тут не один он. Вот оно что. Я вот не знаю, идти, не идти. Идем. Куда мне надо идти-то тут вообще? Упс.
Прячемся. Разбитая тарелка там была. Ага, рычаг какой-то сверху. А, здесь никого нет, можно выходить. Никто не услышал этого. Что это будет? Он меня не видит? Серьезно? Надо бы просто вниз спрятаться, я так понял. Наверх что-то нельзя было залезть. Вообще никак. А мы здесь и начинаем. Нормально. Прям. Сохранение здесь. Так, ну давай. Еще разочек. Меня ж не найдут. А что дальше? Наверх залезть нельзя, я так понимаю. Надо назад куда-то возвращаться. Мы что-то активировали. А что-то валяется там на земле. Что это? Упс, по-моему, мне так нельзя бегать. Ой-ой-ой. Не, мне кажется, сюда вообще не надо возвращаться. Мы тут активировали что-то и все. Надо тут дальше как-то пройти. Можно коробку двигать, можно. Можно сюда залазить даже. А, на тарелке, наверное, и наверх можно залезть. Это смотрю сейчас. Пробуем на тарелке. Нифига. Окей, это ключ какой-то, да? А, не, это не ключ, это просто цепляться можно. Ну откуда идет-то вот это все? Возвращайся обратно? Ну ладно. Я просто думал сохранение здесь, соответственно, думал, что-то здесь надо делать. Ладно, погнали назад. Тарелки, что ли, залазить вот эти? Серьезно? По центру на тарелке?
Я еще думаю, может быть, пока этот прибегает сюда, быстро уйти отсюда. Такой вариант нормальный. Вот смотрите, я активирую быстренько вот это. В другую сторону. Оп. И сразу, знаете, бегу вот сюда, например. Вот чисто сюда сразу. Мне надо типа сюда, вот, давайте сюда сразу запрыгивать. Все? Ля-ля-ля-ля-ля. Все? Упс. Окей, надо было спрыгивать. Я думал, он не дотянется до меня. И что мне делать? Крутое сохранение. Это нормальное вообще сохранение, как бы? На меня сразу бежит тот чувак. Ня-ня-ня-ня. Упс, он еще и кидается. Я немножко не туда прыгнул. Так можно было? В смысле так можно? Через тарелки ты имеешь в виду? А ты что думал? Через шкаф? Через шкаф никак я не мог залезть. Ну, я так понимаю, что надо вот так бегать, бежать и чисто прыгать. Мне кажется, он не достает здесь. Вот серьезно, он не достает. Он как бы, как будто чего-то не хватает. Подставки какой-то. Я так понял, надо быстро на стол и просто ждать и ровно прыгнуть. Если ровно подпрыгнуть, выше прыгает просто. Сейчас я попробую так. Вот чисто вот так, да. Так достает. Можно было залезть, я прошел через шкаф. Я через шкаф пробовал, я не мог залезть через шкаф. Именно который на кухне, там, где мы активировали, рычаг нажали, там нельзя было. Может быть, шкаф ты имеешь в виду где-то другой есть? Я не видел просто других шкафов. Прошли третью главу за 38 минут, кстати, довольно-таки быстро. Можно было пройти за 25, если быстро все с первого раза. Эта глава довольно-таки маленькая была.